Вы сказали, что мы за месяц 59 тысяч заходов на грех. Да. Вранье. Вранье. Да. Хотите, я принесу доказательства? Сейчас принесу вам. Извините, пожалуйста. Вот посмотрите, что вы говорите. Я бы не говорила. Они не правду говорят. Да потому что вот так вы и врете постоянно. Вы расскажите. Вы работаете летом. Вы зимой у нас вот раз были. Вы видите, сколько мы даем. Прекратите. В одной бане у нас разные чаты. Расскажите. Вы что говорите? Вы пришли без году. Неделю работаете. И говорите такие вещи. В поисках своей зарплаты сотрудники, которых отправили в отпуск, решили использовать все способы для привлечения внимания. Дошли и до кабинета главы города и объявили голодовку. Зарплаты не выплачивают уже второй месяц, и это далеко не первый случай. Денег в организации нет, поясняет директор. Кто же заплатит работникам за их добросовестный труд? Хотелось бы пояснить, что муниципальное предприятие «Банно-прачечный трест» является самостоятельным подрасчетным предприятием. И мы из бюджета городского округа выделяем только субсидию на возмещение межтарифной разницы. То есть и город не выплачивает заработную плату работникам предприятия. Это должен решать руководитель предприятия. Александр Катушев, в свою очередь, отметил, проблема, по которой баня номер 3 стала убыточной – баснословные тарифы. За чистотой тела сюда ежегодно приходят почти 70 тысяч человек. Достаточно приличная цифра, но окупить расходы предприятию все равно не удается. Сложилась ситуация, когда вот такая финансовая яма, а возможность для заработка неоткуда. Нам приходилось финансовые потоки с одной расходной части на другую перекидывать. Расходная часть, она увеличивается. И заработная плата, расходная часть в бюджете не предусмотрены были вот для покрытия как конкретно в этой ситуации. А что у нас получается? Сами бани зарабатывают 40%, да, из бюджета, так скажем, банно-прачечного треста, вот в доходной части 40% зарабатывает банно-прачечный и 60% покрывается за счет выпадающих тарифов. Но тяжелая ситуация на предприятии сохраняется еще с октября прошлого года. Тогда задолженность была меньше. По словам Александра Катушева, баня номер 3 самая убыточная во всем тресте. Александр Сапожников предложил выход из ситуации. Он считает, что решить проблему можно, если начать продавать тапки. Банно-прачечный трест, он должен зарабатывать деньги. Правильно? Здесь должны носить изменения. Но можно же здесь у нас и чаем торговать, и тапочками, и вениками, и кофе. Мы это можем делать? Александр Катушев назвал еще одну причину убыточности бани – устаревшее оборудование. Если бы техника была новее, счета за коммуналку заметно снизились бы. Что касается отпуска сотрудников, то Александр Сапожников заверил людей – их никто не уволит. А вот судьба самого предприятия более плачевна, ведь разговор ничем конкретным не закончился. Но, кажется, все, кроме главы города, поняли, что веники и тапки не спасут баню от дальнейшего разорения. Иван Тимофеев, Ирина Петрова, ЗапТВ.